курс дети читают стихи Дорожанка Дарина, 9 лет, город Миллерово. Наталья Майданник, разговор с дедом. Сяду к деду на колени, тихо прошепчу. Расскажи мне, милый деда, а я помолчу. Буду слушать все, что хочешь ты мне рассказать. И вертеться я не буду, и перебивать. Про войну хочу послушать, как ты воевал. Как в бою таком далеком знамя ты спасал. Про друзей своих военных. Деда, расскажи, и в альбоме пожелтевшем фото покажи. Улыбнулся внуку деда и к груди прижал. Расскажу про все, конечно, раз уж обещал. Как войну мы пережили, как на смерть вышли. Сколько верст сколесили, в грязи упали. Как врага с боями гнали мы с родной земли. И ни пяди не отдали, выжили, смогли. А теперь вот день победы празднуем с тобой. Только в праздничном параде по команде «Стой!»